Всем привет, с вами снова Джонни. И сегодня мы отправимся в Чимблевит Парк. Это у нас игруля в стиле черной комедии. Обещает буквально каждые 2 минуты какую-то черную юмористическую шуточку. Любительский режим, новичок в мире приключений, считаете, что это сложный режим? Пораженный квестоман, и хотите получить все, потому что в мире... О, если вы не можете сменить... Сложный режим. Че, мы с вами не можем, что ли, квестулю пройти какую-то? Так, текст над курсором показывает то, что с объектом можно взаимодействовать. Идти к моя ключ-карта. Замечательный перевод, мне уже нравится. И объектами в этой области экрана. Ага. Давайте команды главным героям, выбирая глаголы. Открой, возьми, толкай, закрой, смотрите, не... Что-то там, говори, примени. Понятно. Предметы подобраны, понятно. Простые команды начинаются с глагола, заканчиваются объектом или персонажем. Ага, хитрый. Сложные команды начинаются с глагола, затем идет объект, а потом другой объект или персонаж. Ни хрена себе. Хотя все на самом деле просто. Для расширенных подсказок зайдите в раздел «Помощь настройки». 1987 год. Всего лишь через 200 лет после моего дня рождения 700-го. На самом деле, давно хотел найти какую-нибудь прикольненькую квестовую игрулю. Вот именно с черным юмором. Я, откровенно говоря, месяца 3 искал что-нибудь похожее. Все, что находил, это как какой-то шлак. Надеюсь, это будет поинтересней. Обещают, как я понимаю, обещают, кстати, там 3... Да, описание... Вы находитесь в этом парке, население которого 80 психов. Вот что меня больше всего заинтересовало. 81 псих. Виноват. Пожалуйста, уберись. Отлично! Вот это я люблю. 80 психов населения, как я и говорил. Часть первая. Встреча. Замечательно. Давай. Не знаю, сколько будет главных героев, по-моему, их также дохерища. Чуть ли не все эти 80. Это еще не я, это все еще заставочка. Трестл Трейл Парк, скорее всего. Оу, замечательно. Начинать игрулю чисто уже пьяным детективом, мне кажется, хорошая идея. Пьет он, по-моему, какой-то соус. Что-нибудь типа острый соус чили пеппер. В другую страну и нахожу в своем номере странную записку. Подмост к реке. Так. Ты под мостом. Шницель по-венски. Записка. Так, Борис, я рад, что ты понял, что это верное решение нашей проблемы. За тобой отовсюду следят. Так что безотлагательно следуй этим пунктам. Для своего же блага оставь удостоверение личности в своем номере, спустись под Тимблицкую эстакаду, выруби свет у знака эстакады, так я узнаю, что ты пришел, встреть меня у большого входа в подземный коллектор. Так, выруби свет у эстакады. Смотри, 252, я богат, смотри-ка. Подушку Мишки. Медведи, у вас будет подушка. Так, открой ворота. Толкай Вилли. Я должен встретить только... Никто случайно не проходил мимо? Ну-ка, Вилли, пьяный Вилли, подскажи. Нет. Протрезвейте, пожалуйста, молодой человек. Я рад. Чак жив! Чак бессмертен! Врунишка пьяный. Проснитесь, сэр. Ну, ты хитрая собака, надо... Осмотреть его. Храпит. Надо, кстати, это самое, перенять трюк, если тебя кто-то спрашивает, тупо притвориться спящим. Хорошая идея, по-моему. Осмотрите, не дай говори, примени, тяни... Лампочку. It is too hot to touch. И чё? Ну разбей. Иди камень. Возьми камень. Так. Возьми.
Ты дурак? Примени камень к лампочке. Все гениальное просто. Так, хорошо. Встреть меня у большого входа в подземный коллектор. Пойдем. Скорее всего, направо. Возможно, направо, я не уверен. Ну так, за мной вроде никто не следит. Давайте начнем с этого. То есть, главное условие я соблюдаю. Где коллектор? Я вообще заблудился. А, вот он. Ух, нихера себе, ты чё мне? Нихера себе, шлепанули. Сейчас там, я знаю, такие красные шарики будут, клоун мне будет улыбаться в лицо. Никто из нас не был готов к тому, что мы узнали той ночью. Или как сильно это изменит наши жизни, чьи наши хер его знает. Часть вторая. Тело. Парам-пам-пам. Да надо вот сюда, вот такая музыка нужна была. О! Малдер и Скалли. Угадал? Не, ну вылитые Малдер и Скалли. Так, подожди, труп, это не я, у меня не такая рубашечка была. So tell me again why you're Зачем here? Ты приехал? I was assigned to the case by the home office Альбукерке. In Albuquerque. Так, не знаю, полезно это. There is no home office in Albuquerque. Стреляй, это пришелец, стреляй, Скалли. It's need to know. Это же Скалли, да? Look, Малдер это мужчина, Скалли это же... По-моему, да. Младший агент все похерил. Я тебе говорю, в голову выстрели ему и все. В ногу хотя бы, ладно, давай договоримся. Рыжая, стреляй ему хотя бы в ногу. Если кровь красная, добей его, не знаю. Если зеленая, то придумаем что-нибудь еще. Агент Рейс. А, это не они, смотри-ка, это Рэй Рейс. Ничего себе. Ладно, это было неожиданно. Тело уже начало пикселизироваться. Очень тонкая шуточка. Так, осмотреть значок. Младший. Я хочу ей управлять. Ты мне нахер не нужен, ты не знаешь, где этот самый находится. Тело уже... Рэй будет действовать мне на нервы, надеюсь, она будет уделять больше времени расследованию, а я смогу заняться своими делами. Camera, подозрительно. No примени. Полароид на труп. No ты вообще олень, что ли, я не понимаю. Так, возьми бутылку. Применить бутылку. А, не могу. Вот собака. No, спасибо. Так, поговорить. Говори с Рэй. Думаю, лучше нам сделать фотографию тела, пока она еще не слишком... Хитрый мужичок, смотри. Sure, я об этом и не подумал бы. У вас, случайно, с собой нету карты же? Я свои забыл в Альбукерке. Так дай. Well, I need to get back to solving this case. Блокнот. Приехала в город ближе к вечеру. Ну и помойка. Пытаюсь не общаться с местными, пока не увижу тело и не решу, подходит ли мне это дело. Долгая автострада, надеюсь, мне не придется идти сюда еще раз. Прибыла к телу. Оно вполне сойдет в качестве легенды. Я слышу шуршание в кустах, кто-то идет. Отлично, подошел еще один агент, а я и не знала, что бюро в курсе. Нужно сбросить его с хвоста. Сотовый телефон. Применить полароид к идиоту. Черт, нет. Подожди. Дать полароид идиоту. Отлично. Так, дурачок, теперь применить полароид сюда. Применить полароид сюда. Нормально получается, слушайте. Smile. Работа секретного агента не такая тяжелая, как все думали. Now we can head into town and find в город найти sheriff. Местного шерифа. Отлично. Dead ringer for the body. Oh. Слушай, я знаю, как тебе избавиться от хвоста. Пойдем, я его уведу туда же. Сейчас его там тоже по голове стукнут. И все. И все рады. Все довольны. Ты давай не тормози, иди. Где-то тут, короче, есть второй труп. Ну?
What was that? Из канализации доносит скрипичная мелодия. Я надеялся, ему, конечно же, бан проломит, но не судьба. Это старое дерево, закрывающее вход в коллектор. Идти в конец. Ну и нахер ты мне не нужен. Стой там. Пойдем отсюда. И запомни, что я помог тебе сбросить идиота с хвоста. Так, а тут у нас ничего. Пойдем. Открыть ворота. Пойдем. Вон пусть там стоит, короче, делает, что хочет. Осмотреть. Пустая банка голов тунца от Крокфорда. Съедобные части. Возьми. Блин, прикольно, что можно все брать. Так. Трейлер. Трестл трейл 1,7 километра. Двойное нажатие для бега. Подожди, стой. Смотри-ка. Улика. Инопланетянин. Улика. Тут кто-то играл. Кто это был? Успела прочитать? Идти к цирковой флайер. Взять цирковой флайер. Блин, у меня место скоро закончится. Ух ты! Все, крышак-то поехал. Надо в отпуск. Ребят, я не знаю, я один, и сейчас передо мной стоят два, вы не поверите, два больших, взрослых, огромных, двухметровых голубя. И мне уже страшно. Сигналы? Очень сильные. Что за сигналы? Это мать твою, голубь. Почему ты не хочешь стрелять в людей, агент Рэй? Давай будем стрелять в людей. Они этого заслуживают. Да давайте это самое, давайте стрелять в людей все-таки. Мне это очень странно. Сохранит ли мне игру? Я бы не волновалась на этот счет. Эта игра заработала, чтобы мне невозможно умереть или затупить. Но она все равно страшная, довольно напряженная. Шикарно. Заколебал ты сам со своими сигналами. Преступление. Они мне нравятся. Я не знаю почему, но эти голуби мне нравятся на самом деле. Ну не знаю, как-то подозрительно выглядит. Ладно, они потихоньку начинают переставать мне нравиться. Я это спрашивал. Нет. Так, привет. Почему вы братья, если на самом деле сестры? Хороший вопрос. Так. Перевод немного неправильный. Первая говорит до тех пор, пока он жив. Вторая говорит, о, уже типа скоро. Думаю, с меня достаточно. Нужно найти шерифа и убийцу поймать. Nice talking to you too. Да, click, мне тоже понравилось. Click. Можно я вас обойду? Ищем еще. Зажмите левую кнопку мыши, чтобы персонаж... Тихо. Пластиковые кольца взять. Возможно, половина дряни мне не понадобится вообще. Кладбище Тимбл Бэй. Бутылка. Взять бутылку. Все, у меня места нет. Идти в город. Так. Тарам-там-там. Пойдем-ка. А тебя мы отправим в левую сторону, чтобы посмотреть... Котор. Собака орала. Чтобы посмотреть, что находится у нас с левой стороны. Тем более у тебя есть место. Идти к еще дороге. Ну, ввиду того, что ты мне не нравишься, ты пойдешь на кладбище. Что это было? Идти. Комок пыли. Потрясающе.
потрясающе! Никому не кажется, что это самая важная улика в этой игре будет. Этот гребаный маленький комок пыли. Слушайте, мне нравится на самом деле. Так. Пойдем. Если тебя убьют, мне не так жалко будет. Чуть страшновато мне на гребаном кладбище. Так, мышка пропала. Куда я тебя веду? Сейчас какой-нибудь Волан-де-Морт там будет восставать. Сейчас я... Я жопой чую, мы кого-то сейчас разбудим просто. Никаких кликабельных предметов я не вижу. О, цветы, подожди. Осмотреть. Цветы, оставшиеся с похорон. Давай возьмем. О, хорошо. Иди к двери гробницы. Открыть. Но я вижу переключатель внутри. I don't need more flowers. Толкать? It doesn't budge. The iron gate is way too heavy to move, but I see a switch inside. Так, а если мы с тобой применим бутылку из-под виски сюда? No thanks. Ну и живи на кладбище тогда. I need to stay focused and solve this murder. Пойдем. Я там дурачка от тебя, короче, отцепил, он на кладбище будет жить теперь. А? Так, это было. Чё, сейчас мурашки просто толпой побежали. Не знаю почему, вроде ничего такого страшного-то не было. Wait for me. Эй! В смысле? Я ж тебе домик на кладбище уже присмотрел. Какого хрена? Вот и падла какая. Не нравишься ты мне вообще. Идти к разбитой дверной проем. Осмотреть. It's dark, but I Но я вижу, see что там пусто. Открыть? I can't open that. Не могу открыть, понятно. Мастерская ремонта часов и скрипок Вилли. Стоп. Идти к флайеру с горячей линии подписок взять. Better leave it be. В смысле? Осмотреть. It says, need Нужна help помощь в прохождении... Call the fully automated Hintron 3000 4468. Забавно. 4468. Запомним. Закрыто. Ну слушайте, это на самом деле забавно. Шериф. Howdy, Тимбл Парк. Федералушек. That's what you are, feds. Да, это мы. В точку. Мы федералы. Сейчас сердечный приступ, и игра закончена. Убийствушка? Зашибись, убийствушка под мостом говорит. Потрясающе. Нет, серьезно. Времюшка. Ах, я его обожаю, надеюсь, его не придется убивать. I hope he's talking about on TV. Нет, боюсь, что нет. В таких маленьких городах рестлинг идет напрямую. The coroner is waiting for you in his office. Come see me when you're done. Хорошо. I apologize, Reno, for all the lights being off. We don't stay open as long as you sit. Тяжелыш. Блин, мне нравится его стиль общения. Even for a murder? Да ладно, это же мостушка, убийствушка на мостушке. Это же у них, видимо, какой-то стандартный обряд. Так, иди нахер отсюда. Ты мне не нужен, открой. Я тебя ненавижу просто. Фонтан для питья. Так, применить. Hello. Буль-бульк. Она может захлебнуться, как вы думаете? А, это все, это конец. Жаль. Так, идти к двери. Применить. Здравствуйте. Это вы? Howdy-ho! Welcome to the future, who? Билетичек, о господи. Подожди! Oh,
Стоять, это шериф! Это шериф, я вам отвечаю, это шериф. Хауди Хоу, только шериф говорит. Шериф и полотенчика, по-моему. А я даже не представлялся. Я не ожидала, что она нам не говорила. Ну, согласен, да. А Бладтрон, Фингертрон и Фейстрон. Да я уже сообразил. Кровотроне, расскажи. Разве вы не шерифушка? Tell us about the Bloodtron 3000. Да, расскажи. This is the Bloodtron 3000. Любые анализ крови. Put two bloody objects in and it will match the blood type, printing out a report to who. Ага, понятно. Tell us about the Fingertron 3000. Right, Arino. The Fingertron 3000. Insert a fingerprint registry of known criminals and a fingerprint from the murderer on fingerprint tape, and it will do a match of who. И расскажи о Лицетроне, наконец. Хотя я примерно понимаю, о чем речь. Хотя, подожди, не понимаю. Лицушка? Нет, так его шериф называет. Шериф называет, говорит. Две фотографии человека. Почему по две? Aren't you the Sheriff Areno? Oh my, no. Ну, в принципе, да, они вообще не похожи ни разу. Только глаза. Блин, я хочу оставить одного агента здесь, одного агента отправить к шерифу. Посмотреть, что будет. Для раз... Вы пользовали на подушечной фабрике? Ой, что? Подожди, 4? Какие? Почему 4? А где 4-й? Странно. Сделаны на подушкатроникс. Ну, что-то подозрительно. Isn't there a conflict of interest with Pilotronics and the Fire? Whoa, now! Чё такое? Pilotronics and its founder Chuck are above reproach. Chuck built this town and was a computer and pillow genius. Are the feds looking into this case? It was solved 20 years ago. No, he's just curious. He's a pillow factory fire buff. He's got a CompuServe chat room and everything. CompuServe. Так, и интересно тут у вас, но я полагаю, мы все уже узнали. I think we've heard enough. This is all very impressive, sir. This should cut hours of our investigation. Go see the sheriff in his office for a full explanation of the amazing. Тайный ход находится за книжным шкафом. I have some paperwork to do. Oh, yeah, almost forgot. These Tron machines are fully voice activated, so if you need any information, нужно just просто talk говорить. To them. Ага, понятно. It's like we're living in the futuristic year of 2017. Было бы у нас такое. Убежал собак, смотри. I hate this town. Let's investigate these Tron machines, then go see the sheriff and get out of here. Так, подожди, блокнот шевелится. Найти. Ох, ни хрена. Орудие убийства, на наличие отпечатков, отчет. Найти документы жертвы в отеле, Лицетрон, взять мазок крови, окровавленный предмет, получить, загрузить все три отчета в Аристотрон. Так, это у нас кто? Это у нас женщина, а у мужика что? Найти орудие убийства, проверить. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. То же самое. Так, Рейс. Осмотри, пожалуйста. Внимательно. Толкни. Собака. Примени. Поговори. Нет. Жаль. Открой. I can't open that. Ах ты сволочь. Так, поговори с Кровотроном. Сколько будет 2 плюс 2? Сколько будет дохи... Ну это мне не проверить никак. Это мне тоже никак не проверить. Последняя цифра числа пи.
Взорвется нахер. Я сломал игру, по-моему. 5. Нет, слава богу. Нет, стойте. Потрясающий компьютер. Ну-ка. Ожидает патента. Подтвердить виновность подозреваемого. Подожди, под... У него неправильная функция. Что значит подтвердить виновность подозреваемого? Он не должен такое делать. Он должен просто найти этого самого подозреваемого, а не подтвердить. Ну, ясно, это Рэй будет. У него явно есть. Положите образец. И я... То есть, слушайте, а никому не кажется, что в машинах сидят 3 человека? Твоя очередь. Нет, нет, в смысле, мужичок-то потупей будет. Ты знаешь 3 закона робототехники? Да. Уточняй, процитируй. Первый. Робот не может вредить человеку. Правильно, есть такое, да. Второй. Кроме того, случаев, когда тебе приказывают... Так, пока все правильно. А третий? На своей запасе в той мере, в которой это не... Собак хитрая знает, смотри-ка. В смысле? Туси бутылки. Замечательно. Четвертый мне нравится. Думаю, похоже. Что говорится в 3 законах робототехники? Нет, нет, пожалуйста, я... Я случайно. Ну пусть мне 4 понравился. Пусть еще раз корову скажут. Этот Чак, который программировал, по-моему, самый веселый тип в этом городе. Но где-то мы уже видели, что Чак мертв. Пьянчуга говорил, что Чак мертв. Опиши свою. Вот, это правильно. У него правильная функция. Отчета для... Вот она, четвертая машина, Арестатрон 3000. Как мне снять отпечаток? Ага, спасибо. Вот она, четвертая машина, про которую нам говорил врачулишка. Где мне найти реестр? Там он где-то лежит. Нет, нет, никогда не... Ломайте машину, ломайте, отключайте питание, машина слишком много знает. Пора идти, твой ЦПУ уже, наверное, сильно нагрелся. Последнее. Как далеко находится Дулут, штат Миннесота, от Питтсбурга, штат Пенсильвания? Хера, какой умный. Сколько миль от Земли до Солнца? 93 тысячам миль. 90... Подожди. 90... 93 тысячи миль — это не так и много. Чё-то машина бредит. А как же ближайшая к Солнцу? 92.4 миллионам миль. Вот, миллионам понятно, а тысячам он что-то прокосячил. До ближайших 2 миллионов световых лет. Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет? Серьезно? Опиши. Заключается в том, что вот эта фотография так... Ну, правильно. По крайней мере, этот текст был полезен, точнее, с этим и с первым бесполезно, со вторым была хоть какая-то приколюха. Где мне взять фотографию? Примените ее на мертвое тело. Разумно, мне только что Фейстрон подсказал, как делать фотографии. У меня есть одна фотография, а мне нужно 2, да? Блин, 2 фотографии нужно, а не одна. Типа удостоверение. Так, я сейчас выполню обратный код операции и выйду. Применить фотографию
на лицетрон. Так, ну ладно. О, слушай, а если применить полароид на... А, не могу, прикинь. Твою мать, кассет нет. У тебя тоже? Смотреть. Ладно, пойдем. Так, тут у нас... Тут же больше ничего нету. Бирка пропала. А, нет, вон она висит. Просто спрятана. Так, осмотреть. Жевательная карамель. Чего? Не хочу брать. Осмотреть. Выдан доктору Морту и Шану, шерифом Круком. Не хочу. Так, ящики, ящики, ящики. Идти... А, поговорить с скелетом. Я хочу поговорить со скелетом. Открыть скелет. Не могу открыть ящик. Пусто. Пусто. There's a fingerprint kit here. О, взять. I don't want to pick that up. А, вот он. There's a fingerprint brush, a small amount of fingerprint powder. Но нет ленты. But it's missing the fingerprint. It's a medical skeleton. Медицинский скелет. Ugh, пахнет ужасно. Smells awful. Так, отлично, нашли этот самый. О. А, блин, не могу все равно, он же ушел. Черт! Я хотя бы могу их оставлять в разных местах. А, открыть. Hello again, привет, привет, агентушка. Подозрительные собаки. У вас точно? Они очень мощные. Они очень мудрые, умные и мощные. Подбушка Троникс, охренеть. А вы... Ну-ка. Блин, я хочу видеть их в одной комнате. Это возможно? Они очень похожи. Вообще разумно ожидать, что это один и тот же человек. Но ввиду того, что это пикалюха, они вполне могут быть... Они даже могут, не могут быть братьями технически. Вы, то есть Корнер, сказал что-то об этом вашем арестотроне. I mean, the corner. Вон он, справа стоит четвертый автомат. Yes, the Arrestron 3000. The last step in a fully computerized Reno arrest. The final link in the chain of a guaranteed conviction of Reno. Преступник. Every detail of Reno. Обожаю, обожаю этот город. Moving on. Right, sorry, Reno. Давай, давай, да, давай ближе к теме. This is the big bad boy Reno you've been hearing about. Так. The Arrestron 3000. Just feed three reports from other Tron machines into this, and it issues a 100% Reno valid arrest warrant. Yeah, these machines are the reason we need only one law enforcement officer a Reno. Понятно. Chuck said that computers will soon put us all out of work, allowing Все. For a full Значит, life нужно of сделать luxury. Каждый отчет, а потом запихнуть их сюда. В принципе, все просто. Sadly, Chuck passed away a few days ago. There was a big service out at the cemetery жаль, in Reno. Жаль. Oh, the entire town showed up, which isn't surprising for the hero of Thimble. Ну да, он же город построил. We'll talk more about Chuck later. I need to run a Reno and check on a disturbance цирка. Call out at the old circus. Probably that stupid clown Reno again. Давай, давай, давай. Мне тут нужно все осмотреть быстренько. Looks like we need to go talk to the rest of the weirdos that live in this town. We should split up. It will be faster. О, да, потрясающе. You cooling your heels in the local diner would also make things go faster. Не обижай его, он мне нравится уже. If we follow agency questioning protocols, this shouldn't take long. Just don't mess anything Отлично. Up. Отлично, мы помирились. Get out of here as fast as possible. Тем более, у него есть целое место еще на то, чтобы взять какой-то предмет. Что ж, ребят, давайте мы на этом закончим первый эпизод. Игруля мне на самом деле понравилась, поэтому мы будем ее проходить, почему бы и нет. Что ж, как всегда, если понравилось видео, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии и увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!